мужчина считает себя идеальным мужем и отцом? Я не пью, не курю, занимаюсь спортом, благополучное финансовое состояние. Почему жена сбежала от него с маленькой дочкой на руках? Я очень долго терпела. Иван очень деспотичный человек. Он любит, чтобы все было по его. И смогут ли родители договориться сегодня? Он мне говорит, я тебя раздавлю. Ты будешь умываться слезами.